Этот человек-актер заводила на умелец. Он выдумщик, затейник и друг. Он всегда рядом, и к нему можно обратиться с любой просьбой. Ему принадлежит доброе сердце и умелые руки. С ним любое дело по плечу. Мы делаем с ним классные поделки. Он любит путешествовать и нас тоже берет с собой. Мы с ним инсценируем сказки и сценки. У нас здорово получается. Без него, наверное, было бы скучно в лагере. Вы догадались, кто это? Это наш любимый вожатый! Приветствую вас. Меня зовут Боровая Ольга Сергеевна. Я учитель начального класса государственного учреждения образования Вишневская средняя школа Сморгонского района Гродненской области. Мое педагогическое кредо: чтобы учить других, нужно учиться самому. Чтобы воспитывать, необходимо начать с себя. Чтобы развивать других, необходимо постоянно развиваться самому. Самыми удачными проектами патриотической направленности в нашем учреждении образования во время лагерной смены лагеря «Искорки надежд» я считаю путешествия во времени по Беларуси, а также в поисках сокровищ земли Беларуси. Ребята на протяжении всей лагерной смены пытались восстановить древний свиток, в котором были утеряны слова по старости. Все слова находились в сундучках, а сундучки были размещены на карте путешествия, которая была изображена по контурам, напоминающей нашу Республику Беларусь. Итак, посещая мероприятия, посещая экскурсии, ребята восстанавливали целостность этого свитка, двигались от сундучка к сундучку по карте путешествий. Во время лагерной смены было проведено много экскурсий. Ребята посетили музей Франтишка Богушевича в деревне Кушляны, музей-усадьбу Михаила Клеопаса Агинского в Залесье, музей и костел в городке Деревяты. Посетили экскурсию по Нарочанскому краю, где познакомились с чудесной природой родного края. Также участвовали в играх-квестах, прогулках, в играх на свежем воздухе, посетили сельскую библиотеку и многое другое. Благодаря этому проекту ребята узнали, что самым главным сокровищем нашей страны является не золото и драгоценности, а люди, которые создают благосостояние нашей республики, достопримечательности, которыми славится наша страна, а также традиции белорусского народа, язык нашего народа. Это невероятно красивая природа нашей Беларуси, а самое главное сокровище нашей страны – это, конечно, дети, от которых зависит будущее нашего государства.